Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Что вас ждет в новом году по восточному календарю? Настроение решает многое. Задает тон дня, ведет к победе или зазывает неудачу. Конечно, нужно стремиться к лучшему, но как? Попробуйте найти подсказку в восточном гороскопе, который я вам сегодня расскажу. Настройте себя на подходящий ритм, и вы откроете перед собой все двери, а главное, обретете счастье. Итак, для тех, кто родился в год крысы. Людям, находящимся под покровительством крысы, предстоит укрепить уверенность в себе. Очистите свое сознание от сомнений. Чтобы во всем стало лучше и легче, повторяйте жизнеутверждающие фразы. Например, «Я обретаю желаемое без преград, моя вера сильна». И вы увидите, что вы очень многого добьетесь в этом году. Для тех, кто родился в год быка, что ж, тогда активнее добивайтесь лидирующих позиций, но только путем согласия, ведь вам отведена роль миротворца. Разрешите неоднозначные моменты, противодействуйте образующимся конфликтам и направьте энергию в мирное русло. Сбалансируйте ситуацию так, чтобы никто не перешел установленных вами границ. Справедливость будет за вами. Только вперед, и вы добьетесь очень многого. Для тех, кого охраняет тигр, ждет судьбоносный год. Займитесь чем-нибудь кардинально большим от переезда в другой город до создания семьи. Живите по интуиции, с позитивным настроем. Носите обереги, положитесь на наставления высших сил. Следуйте за их знаками без раздумий. Если ваш знак – кролик или кот, то главное слово года для вас – информация. Ждите благих новостей, старайтесь узнавать все больше и больше, докопайтесь до истины. Поставьте акцент на обмен мнениями, ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет и миром. Не стесняйтесь, спрашивайте, делитесь мыслями, начните писать, озвучивайте свои находки корректно. Для тех, у кого год рождения связан с драконом, должны направить максимум усилий для достижения стабильности. Это касается всех аспектов жизни. Будьте надежными людьми, соблюдайте стабильность в делах, возобновите общение со старыми знакомыми. Словом, станьте гарантом этого понятия, попутно занимайтесь изучением своего рода, так как в этом году вы будете получать поддержку. Тотем змея спешит порадовать вас. Солнце, как символ большой радости, освещает ваш путь. Близится прекрасная возможность реализовать застоявшиеся проекты. Всем дан зеленый свет. Вы полны перспективных идей. Остается только реализовывать задуманное. Ждите позитив. Закрепитесь в этом, чтобы не хандрить. Это время веселья для вас. Идет по жизни под кураторством лошади, тогда завершите изжившие себя проекты, покончите с сомнениями, уходите оттуда, где не испытываете счастья, и безотлагательно покончите со всем тягостным. С промедлением добра не прибавится. Если вы будете медлить, то вы можете не успеть сделать очень много. Перестаньте хранить внутри слова и переживания. Расставьте все точки над «и», обязательно высказывайте свое мнение. Коза советует своим подопечным полагаться на смекалку и мудрость. Волнуйтесь не о других, а заботьтесь о себе. Действуйте в согласии с личной выгодой. Это нужно для вашего счастья. Еще сильнее полюбите себя, цените, пробуждайте данные вам природы достоинства. Отстаивайте личное мнение, чтобы вам никто не смог навязать лишнего. Обезьяна приглашает вас в путешествие. Пора покорять незнакомые маршруты, набираться опыта, экспериментировать, пробовать все новое. Станьте первопроходцем. Бросьте за борт все, что замедляет ваш корабль. Внесите дальние поездки в список первоочередных задач. Также можно заняться ремонтом, приобретением недвижимости. Петух. Слово «дружба» будет главным для появившихся на свет в год петуха.
Будьте хорошим товарищем, полезные советы придут от надежных людей. Принимайте от близких любую помощь. Впоследствии вы все равно их отблагодарите так, что не смущаетесь. Новые знакомства будут удачными. Чаще проводите время с родными. Больше общайтесь в этом году. Собака. Если вас сопровождает собака, то вы уже идете в верном направлении. Занимайтесь и дальше тем, что начали ранее. Правда, события будут развиваться не так быстро, как хотелось бы. Не сдавайтесь и в попытках добиться внимания симпатичных вам людей. Подумайте, что тормозит ваше развитие. Освободитесь от всякой обузы. Чтобы повысить уровень мастерства, глубже погрузитесь в изучаемые вами темы. Ну, а кто родился в год свиньи, прочь панику, перестаньте воспринимать мир негативно. Выдохните полной грудью, отдалитесь от деструктивной информации, смотрите на вещи под другим углом, проведите переоценку ценностей. Силы стоит тратить только на то, что нравится, поэтому работа на износ под запретом. Прежде чем действовать, тщательно проверяйте возможные варианты, особенно если это касается денег.